Коллеги, здравствуйте. Рядом со мной Светлана Советская, компания LangeryBusiness.ru. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада видеть вас и быть сегодня на мероприятии. Это очень-очень взаимно. Давайте пообщаемся немножко о компании. Да? Пару слов от вас. На самом деле, я представляю LangeryBusiness.ru. Это первая, не побоюсь этого слова, действительно первая платформа для профессионалов фэшн-бизнеса. Это онлайн-платформа, и появилась она в ответ на требования индустрии, так скажем, да, когда пандемия, выставки не работали, при этом заказы нужно писать, закупки делать, бренды также хотят выходить на рынок. И таким образом мы создали, ну, по сути, это онлайн-выставка, которая работает 24/7. LangeryBusiness.ru, бренды на ней размещаются, как и на выставках, а мы обеспечиваем настоящими живыми байерами, которые могут, платежеспособными, которые могут писать реальные заказы. Но это базовый функционал, а дополнительно, конечно, мы проводим обучение на платформе, помогаем подбирать брендов байерам, а байерам брендов и так далее. Да. Ну, в общем, таким стараемся быть центром индустрии, то есть если вы не знаете, что вам делать, как вам развить ваш магазин либо бренд, то вот вам нужно к нам обязательно попасть. Вы работаете, но не знаете, как вам развить свой бренд? LangeryBusiness.ru. Друзья, обращайтесь, все вопросы найдут ответы. Спасибо большое. И буквально еще пару слов для ваших потенциальных клиентов и партнеров. Да. Я, пользуясь случаем, хочу анонсировать, что в текущих условиях мы, конечно, решили поддержать российского и производителя, и ритейлера. Опять же, на неделе российского ритейла. И на следующей неделе на нашей платформе пройдет неделя российских брендов, в рамках которых мы будем знакомить с самыми новыми, но уже коммерчески успешными брендами, которые мы рекомендуем к закупке. Обязательно приходите в LangeryBusiness.ru, регистрируйтесь, регистрация бесплатна, и приходите на встречи с брендами, они ждут вас. LangeryBusiness.ru. Не пропусти.